Я хочу сказать тоже небольшие только приветственные слова, что милые женщины атомной отрасли, и сегодня как никогда вы знаете важный вопрос лидерства, и от него зависит не только успех нашей отрасли, но и также личная гармония и счастье каждой из нас. И женское лидерство может стать той красной нитью, которая может связать нас друг с другом, а также и с общественностью, с обществом, которое вправе смотрит, может посмотреть на нас как на лидеров женщин науки и промышленности, и которые безопасно и надежно обеспечивают чистой экологической электроэнергией наше общество, а также широким спектром полезных ядерных технологий. И сегодня наш семинар «Женское лидерство и ядерные технологии» призван создать вот эту теплую, можно сказать, позитивную атмосферу для общения и обмена лучшими практиками в области лидерства для того и даже поделиться, может быть, секретами женского счастья, которые мы можем найти в нашей атомной отрасли. Желаю всем нашим спикерам большой уверенности в себе и женщинам-коллегам. И, как сказал, наверное, один из философов, лидер – это тот, кто помогает стать лидером другим. Так давайте же поможем нам всем друг другу помочь стать лидерами. Спасибо. И теперь я сделаю...